следует решить проблему критической нехватки медперсонала. Нужно задействовать выпускников, прошедших интернатуру, обеспечить ускоренный выпуск эпидемиологов и инфекционистов, командировать специалистов из более благополучных в менее благополучные регионы. Следует также изучить возможность привлечения волонтеров. Крайне важно сохранить мотивацию медиков, обеспечить благоприятные условия труда, а также своевременную ротацию медперсонала. Необходимо продолжить стимулирование медиков, находящихся на передовой и взаимодействующих с больными коронавирусом. Нужно усилить контроль над распределением материального стимулирования медиков.